Нажми этот, вот этот ответ. Бачка, Бачка! Все едет. Здравствуйте, деревню не узнаете. Ну, деревня преобразилась. Я просто воистину воскресил. Просто чудо. Но озеро видели какое? И озеро, и мост, и дорога. И мост это все сделали. Еще два фруза сделали. Еще на еще два закладываем. Еще два? Еще два. Которые были. Это восстановление потеряет. Нового ничего тут нет. До старых. Как тут у вас? 25 лет потеряете, да? 25 лет уже? Да, ровно 25. Были всякие моменты. Ну, Бог сохранил нас. Все было, и угрозы были. Первый год были только одно. Приехать, раздавить, убрать тракторами, чтобы... Прямо тракторами хотели. Да, все, везти, гумилатором. Перерывали тут у нас дорога, где перерыли, и по сегодняшний день выезда нету, заблокировали. А-а-а. Безумие было. Приезжали. А дорога была хорошая, да? Ну, конечно. Туда, напрямую. А напрямую на Корчину. А они ночью прислали бульдозер, и все, там размыло, в озеро выпустили. Ну, то есть безумие. Приехал глава администрации района, даже не видит, он знает, что у нас не ругается, заматерился, да что делается. Ну, прокуратура занялась, сказали, весной сделаем. А весной говорят, у вас есть документы в суде, что плотина у вас, так? Плотина по нормам сделана. Я говорю, я ходил на кладбище, 180 лет уже. Вот так. Покажите, говорит, документацию. О, вам образ Пресвятой Владычицы. Так, батюшке туда подарок. На подарок, да? Батюшке, да. Да, хорошо. Ну, возьми, Владыке, там на крыльце отдашь. Сейчас батюшка придет. Он не знает даже, что приехали-то. Они сейчас такие. Он тут ждет позже нас. Владыка, рукав. Ну это же хорошее. Рукава-то у цыганки-то такие широкие. Живительная грязь. Придумали такие. Обработать нельзя было. Это восток. От грехов. Да, грехи нас наградили многим. Я беседовал в Синоде в Нью-Йорке, и архимандрит греческий. Я, вы понимаете, что реформа Никона разделила народ и провалила Россия? Да, знаем. Знаете? А для чего это делали? Да. Перепортили все, что можно было перепортить. Самое нетерпимое то, что в символе слова к истинному Духа Святаго Господа истина выбросили. Впереди Бога истина, от Бога истина. Это что? Да. Духа Святаго Господа истина. Старообрядцы сохраняют так. Вот около Берсеневка, там Христа Спасителя храм, метров 250. Слушает отец Кирилл Сахаров, Московский патриархат. Он все по старообрядчески. По всей стране ездит. Больше 100 богослужений за 2 года. И все по старообрядчески, в разных храмах. Все официально. Это, ну, он член Союза писателей. Я когда бы не был, приезжаю в любой момент, я сразу подлясь их там, что одевает и на проповедь. Тут люди приехали отовсюду послушать, скажут, очень известно, если будете в Москве, постарайтесь навестить. Прямо о Христа Спасителя, так. Через, на этой стороне, метров 250 всего. Прямо по набережной. На Никола, на Берсеневке называется храм. Ну, а где же? Вот он, отец. Икону там красили, убрали, чтобы не запачкать. Вот Господень. Да. Пойдемте. Отец Акима уже облаченный, ходит. Нас ждет. Кто воскрес? Воистину воскрес. Кто воскрес? Воистину воскрес. Кто воскрес? Воистину воскрес. Отец Дмитрий. А из мамы, когда я не приехал.
Воистину воскресе. Аминь. Христос воскресе, зверь, смерть, смерть, поправствующего, грядущего дрова. Христос воскресе, зверь, смерть, смерть, поправствующего, грядущего дрова. Христос воскресе, зверь, смерть, смерть, поправствующего, грядущего дрова. Святый Божий, святый грех, святый смерть, помимо нас. Святый Божий, святый грех, святый смерть, помимо нас. Святый Божий, святый грех, святый смерть, помимо нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, на веки святых веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, прости, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святого Духа, на непрестанные веки веков. Аминь. Отче наша жизнь на небесах, да святися имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам донести, остань на долги наши, окужи мы, поставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лука Богу. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, вся погода, да не умеющая, сидеть молитвы, укладывайся грешно, приносим. Помилуй нас, слава Отцу и Святому Духу, Господи, помилуй нас, Отец Бога, Баку, не прогневайся, да не зима, не же помяни беззаконие наше, но призрение некого, вдруг не знаю. Как наш Крест и Бог, нашим родителям, Себе работу имя Твое призывает. Ныне пресно веки веков, не на теле двери, то есть нам, как Сына Богородица, родишься, на тебя ради погибнет, да избавит с тобой дверь. Ты будь спасение во христианство, во пречистому образу Твоим поклоняйся, боги, просящие прощения, прегрешения наши, и Божия волю Бог благоволилась и кровь язычен на крест. Да избавишься, все зался от работы вража, и те благодарственные принятия радости исполнилось, и тебя спаси наш пришедший спасти мир. Милосердие, сущий источник милости, подавец Богородицы, призрение на людей, согрешившие веку, признатил, кроме тебя помощи, радуйся, верьте. Я же некогда говорил бы плотно, как писать и Господу, помолимся, Господи, помилуй. Господи, не спасли руку Твою с красоты, святаго жилища Твоего, и предъявил предлежащую службу Твою, да не осужденно предстану, страшному престолу Твоему, бездомное священное действие совершу. Я Твоей Твоей слава во веки, а не знаю, прости Боже. Прегрешение наше вольное и невольное, я же слово, я же дело, я же ведение, и неведение. Я же во дне и нощи, я же во уме и помышлении, вся нам прости, как и маленький человек, родился. Прости тебе, отцы, о, братья и сестры, благодарю Твоего, да простите, помилуй всех нас. Господин Кирилл, Матерь, Владыч, 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 Станем все для молитвы. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смей, по прописущему гряде живот здоров. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть, по прописущему гряде живот здоров. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть, по прописущему гряде живот здоров. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, цели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе.
да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава Твоя, Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыди, да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, чего не нашел. От мысли моих не вступает уста мои. В делах человеческих по слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. Тебе взывая, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Я видим на милость твою, Спаситель, уповающих на тебя, от противящихся десницы твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моих, окружающих меня. Они заключили стуки свои, надменно грят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скину, сидящим в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не сложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукой Твоей, Господи, от людей мира, которых уделывают из жизни, которых чьего Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи мне стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, научи меня, ибо Ты, Бог, спасение моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, милости Твои, ибо не от века. Грехов юности моих, преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему Он оставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его, откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто из человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать, душа его прибудет во благе. И семя Его наследует землю, тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их. И какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжу, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота, да охраняй меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиль, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, избавь беззаконие мои. Многократно омой от беззакония моего, от греха моего, чисти меня. Ибо беззаконие мое осознаю, грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукаво пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, внутреннюю мне мудрость Твою. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, возрадуются кости Твои сокрушенные.
отвратились от грехов моих и зла и беззакония моих. Сердце чистое сотворило мне Божий, дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Владычественного утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивых к Тебе обратятся. И избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. И язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отвержи уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы их всесожжению, не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не прежишь, Боже. А благодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион, воздвигнись те Иерусалима. Тогда благоугодно будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твое тельцо. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Видась решилась и в смерти и в животе бессмертный, тогда отмертилась и пристание Божества, и также умершая Христоне воскресилась и вся сила небесная заварку. Создатче Христе Божий наш, слава Тебе! Слава Отцу, Сыну и Святому Духу! Благообразный Иосиф, зрело с ним, пречистое тело Твое, плаченицу чисто обвив, и благоухами по гробе ноги закрыв положи. Но три дней воскресился, Сын Господи, подаяй мир и жили милость, и ныне пресный во веки веков, аминь. Богородица, Ты и села за истина, разгостившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь деньги. Поспешит на Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресная во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети, сыны немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, царство и сила и духа, и Христа, и молитвы, и слова. Аминь. Радуйтесь, мироносец, он повелел и си, плач про мать и вне Евы утолел и си, воскресением Твоим, Христе Божие, апостолам же Твоим проповедать и повелел и си, спас воскресе от гроба. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное любя и грешное милуя, и же все зовы ко спасению обещаний ради будущих плав. Сам Господи, прими наше в части молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Погради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением и соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы,
яко благословен и си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Преосвященнейший Владыка, именем Господним благослови. Молитвами Святого Владыки нашего Господи, Иисусе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Святый Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного. Ими же вечно судьбами спаси меня достойного раба Твоего, яко благословен и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробе живот дарова. Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врага моим истиною Твоею, истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснений нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе рождуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я видел насилие и распри в городе, днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба, обман и коварство не сходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но Ты, который был для меня тоже, что я друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо за действо в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, Господь спасет меня, вечером и утром и в полдень. Буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет на них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не сведешь их прок погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится, говорит Господу. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от дивной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будет безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и тьма одесную тебе, тебе же не приближится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приспнешься руками ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Позовет ко мне и услыши его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его.
долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Егда снишилися к смерти животе бессмертной, тогда отумертвилися блистанием божества. Егда же умерши от преисподних воскресилися. Вся сила небесная взываху, задачи Христе Боже наш, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Благообразный Иосиф, древоснее причистое твое тело, плащаницу и чистую обвив, и благоуханье во гробе нове закрыв положи. Внутри девен воскреслыйся, Господи, подаяй мира велению милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимому дерзновение за премногие грехи наши, ты и же от тебя родшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление матерне ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечисто, яко милости вести спасти моги, и же и страдать о нас изволивай. Скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко обнищакам зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего. Господи, избави нас и очисти грехи наше имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, царствуйте тако Духа, но не жизни, и во веки веков. Аминь. Радуйтесь, мироносицам повелел веси, плач про матери Еву утолил веси, воскресением Твоим, Христе Боже. Апостолам же Твоим проповедуй, повелел веси, спас воскресе от гроба. Господи помилуй, 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 иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славим Христе Боже. Долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя и грешные милуя, и вся завета спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши части и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши святители соочисти, помышления и справедливости очисти, и избави нас от всяких смерти, зола, болезни, уврани нас святыми Твоими ангелами, да получение мы соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и раду неприступная Твоя слава, яко благословение сего веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувину, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Преосвященнейший Владыка, благослови. Молитва месяца Тага Владыки нашей, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Боже и Господи, сил и сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослави на спасение рода нашего и честным Его крестом, рукописание грех наших растерзавый и почтивый тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человека любче, прими нас грешные благодарственные сия и молебные молитвы,
избави нас от всех сегодняшнего мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху твоему плоти наша, и не уклони сердец наших. Слабесай или помышление лукавствия, но любовью твоею уязви души наша, да к тебе всегда взирающие, еже от тебя светом наставляемый, тебе неприступного и пресносущного дряща света, непрестанное тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, Соединородным твоим Сыну, и всесвятым, и благим, и животворящим твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, так да просветится свет твой пред человеки, я, когда видят добрые дела твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесех, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Господин Кирхири, Мон Кирипел, то есть плоды, Деспота, исплоты, Деспота, исплайте, Деспота. Время сотворите, Господи, и только пришли человека благословить. Да исправит Господь стопы ваши. Да поменет вас Господь Бог в Отца, и всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благослови, Владыко! Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Христос воскресе! Помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже,
Матию. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Аминь. Благослови же твою Господа, благослови тебя, Господи, благослови. Богородице и Преснодеве Марии, непреложного
на Деву Марию со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И Господи Господи. Яко благо человека любез Бог, еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Когда умножились ученики,
произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились в вере. И Духове Твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иакова. Аллилуйя, аллилуйя. Встретятся, правда и мир облобызаются. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благослови высокопреосвященнейший Владыко, благовестителя святого апостола евангелиста Марка. Святаго, славного и всехвального апостола и евангелиста Марка, да даст тебе глагол благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего и Иисуса Христа. Аминь. Ты, мой Господь, и услышим святаго Евангелия. Мир всем. Мир Твоему. От Марка, святаго Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифьева смотрели, где его полагали. Помышлением нашего Господи, помилуй.
Спаситель Божий, Отец наших, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся веком, Господине, Отце нашим, Святейше Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем митрополите Иларионе, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем митрополите Сергии, и о Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Всеволоде, и о всей во Христе братии наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Храним и стране нашей властех, и воинстве и яда тихой безмолвной житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священницах, священномонастиях и все во Христе братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся блаженных и преснопамятных святейших патриархов православных и создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, залежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, братья и прихожан святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святе и всечестнем храме сем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милости по человека любит Бог, если Тебе славу воссылает Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Помолитесь о оглашении, Господи, ви. Господи, помилуй. Без неоглашения помолится, да Господь помилует и. Господи, помилуй. Огласили словом истины. Господи, помилуй. Открытым Евангелие правды. Господи, помилуй. Соединены святейшей соборной и апостольской церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Оглашение главы ваше, Господи, ви преклоните. Помолимся. Господи, помилуй. Помилуй всего мира,
благостояние святых Божьих церквей, соединение всех, Господу, мы молимся. Господи, помилуй. О святем храме семя с верой, благоговением и страхом Божиим, ходящих вони, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь от нам, от всякой скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
и благослови честь Господа. Это ребята, что за это проявили. Великого Господина и Отца нашего, Кирилла Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято Троицы Сергиевой Лавры Священного Архимандрита, и Господина Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточноамериканского, первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, и Господина нашего Преосвященнейшего епископа Всеволода Славгородского и Каменского, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство во Христе диаконство, монашеские чины притчи церковной, создатели, благотворители, благоукрасители, жертвователи святаго храма сего, богохранимую страну нашу российскую, власти и воинство ея, всех где предстоящих, поющих и молящихся, и живущих где, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Прегрешений наших у Господа проси.
живота нашего безболезненный, непростыдный, мирный и доброго ответа на страшный судящий Христове просим. Отдай, Господи! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! Щедротными единородного Сына Твоего, с ним же благословенный чей, сотни святыми благими же отворящую ты духом не Христо и во веки веков. Мир всем! И Духове Твоему! Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем мы. Отца и Сына и Святого Духа, Троицы Единосущную, Отцу и
наши предки молились, аще обретают тебе тысячи архангелов и тмангелов, херувимы, серафимы, шестокрылатые, многочитие, возвышающиеся пернатие. Победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Ну, Иерусалим, слава Господу!
Верно нас
наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Подай, Господи, прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Подай, Господи, добрых и полезных душам нашим и мирами у Господа просим. Покаяние скончать у Господа просим. Подай, Господи, христианские кончины живота нашего безболезненный, невоспитный, мирный, доброго ответа на страшный судище Христове просим. Подай, Господи, веры, причастия Святого Духа, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Подоби нас, Владыко, с одерзновением неосужденно, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Отца, и глаголати. Отче наш, и же еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, яко Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Из творения святителя Иоанна Златоуста, из бесед на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Никто пусть не ищет своего, а пусть, ища своего, всякий имеет в виду ближних, что наше, то и их. Мы одно тело и члены, и части друг друга. Не будем же в отношении друг к другу, как разделенные. Пусть никто не говорит, такой-то мне не друг, не родственник, не сосед. У меня нет ничего общего с ним. Как мне приступить к нему? Как начать разговор? Если он и не родственник, не друг тебе, все же он человек, одного с тобой естества. Имеет одного владыку, сораб, сожитель,
так как живет в одном с Тобою мире. А если еще содержит одну веру, то вот он и член Твой. Какая дружба может произвести такое единение, как сродство веры? Мы должны показывать не такую близость, не такое иметь общение между собою, как друзья с друзьями, а как члены с членами другого высшего дружества и общения, чем это, не найдет никто никогда. Ты также не можешь говорить, откуда у меня близость и связь с таким-то, как не можешь сказать этого о своем брате, потому что это было бы смешно. Все мы в единое тело крестились, сказано 1 Коринфянам 12:13. Для чего в единое тело? Для того, чтобы не разделяться, но взаимным согласием и дружеством сохранять связь всего тела. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы не пренебречь самих себя. Потому что сказано, никто никогда не имеет ненависти к плоти своей, но питает и греет ее. Ефесянам 5:29. Для этого Бог дал нам один дом, мир этот. Разделил все поровну. Одно для всех возжег солнце, распростер один кров, небо, устроил одну трапезу, землю, дал и другую трапезу, которая гораздо важнее этой, но также одну. Соучастники таинств знают, что я говорю. Даровал всем один духовный образ рождения. У всех нас одно Отечество на небесах. Все пьем из одной и той же чаши. Ни богатому он не дал ничего больше и драгоценнее, ни бедному ничего меньше и малоценнее. Но всех равно призвал, и как плотские, так и духовные блага равно сообщил. Отчего же такое неравенство в жизни? От любостяжания и высокомерия богатых. Но, братья, да не будет впредь этого, так как у нас есть нечто общее и необходимейшее, что соединяет нас воедино, то не будем разделяться из-за дел земных и ничтожных, разумею, богатство, бедность, плотское родство, вражду, дружество. Все это тень, еще ничтожнее и тени для тех, которые соединяются узами высшей любви. Будем же сохранять эти узы неразрывными, и никакой злой дух не сможет проникнуть в нас, чтобы разрушить такое единение. Итак, да не будет оно во всех нас, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
страхом Божьим и верою приступите. Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое. Христос воскресе, из мертвых воскресе, святую смерть побрал, всегда, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Да исполнится слава наша, во имя Твоего, Господи, ягода моя в славу Твою, я, Господа, велеси нас причаститься, святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим Твоим. Чистых, бессмертных, небесных, творящих страшных крестов, тайн достойно благодарим Господа. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Небес, решившись от мирных, безгрешных, спросивших сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот и есть его священие наше, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Благословляй, благословящая Тебя, Господи, и освящая на Тебя уповающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей я сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего, Ты тех воспрослави Божественную Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, священникам благ... Воинствуй всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже! Христос воскресе! Из мертвых смертью смерть покрал. Иисущего гробе живого даровал. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святителя Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого,
святителя Макария, преподобного Макария Алтайских, священномученика Якова, архиепископа Барнаульского и святого священномученика Анфима Никомедийского, святителя Николая Чудотворца Мирликийского и Ижева святых, святителя Афанасия Великого, патриарха Александрийского, благоверных князей российских Бориса и Глебова, святого крещения Романа и Давида, святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского, чудотворца, мучеников Испера и Зои, чадких Кириака и Феодула, благоверного равноапостольного царя Бориса Болгарского, благоверной Тамары, царицы грузинские, и святых Жен Мироносец, Марии Магдалины, Марии Клеопы, Соломии, Иоанны, Марфы, Марии, Сусанны и иных, праведного Иосифа Аримафейского, их же и память ныне совершает, святых и праведных Бога Отец Иоакима, Иоанны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Праздничные дни Пасхи мы собираемся снова и снова по заповеди Господней. И Он нам заповедал на Тайной Вечере всегда творить воспоминания о Нем, величайшее таинство тела и крови Христовых, и причащаться божественного естества. Ибо кто причащается тело и крови Христовых, тот имеет в себе жизнь вечную, а кто не причащается, те не могут иметь в себе жизни вечной. Для этого Господь пришел на землю, чтобы нас приобщить к своему бессмертному, вечному естеству. Ибо источник жизни только от Бога, и те, кто к Нему приобщаются, то есть соединяются с Ним, те и становятся бессмертными. Все, что сотворил Господь, не пропадает. Это все будет пребывать. Но разные, как мы знаем, от Него самого, из Откровения Божьего, все будут наследовать разную будущность. Это вечный свет, вечная жизнь, блаженство с Богом. Не в том смысле, как мы понимаем блаженство, как удовольствие, а именно радость вечной жизни и света. Это особые духовные дарования, которые здесь на земле нам иногда только доступны к ощущению и познанию. Как некое, говорит апостол, видение, как гадание, как тень. Откроется по существу тогда, когда мы перейдем порог смерти и вступим во врата вечности, будущей жизни. Но здесь уже предощущение, предначатие этого всего Господь и дает нам иногда пережить, почувствовать,
чтобы не изнемогли мы в этом крестном пути, ведущем нас от рождения до самой смерти и рождения уже в вечную жизнь. Ну а праздник воскресения, повторяющийся каждый седьмой день недели, как новый день, как день обновления, мы будем теперь с вами в течение года встречаться и на богослужении общаться с самим Создателем Богом. Для этого даровал нам в церкви таинство. Таинство Евхаристии, благодарение, приобщение. Сегодня еще и память святых жен мироносиц, тех, которые оставили свои дома, свои заботы, своих близких и служили Господу при его земной жизни. А потом стали проповедницами, равноапостольными свидетельницами деяний, жизни и учения Господа нашего Иисуса Христа. Из них больше всего нам известно имя равноапостольной Марии Магдалины, из которой, как сказано в Евангелии, Господь издал семь бесов, и она возвестила воскресение Христово самому императору Тиверию, преподнеся ему по преданию крашеное, нет, какое яйцо, белое яйцо. Почему мы на Пасхе начинаем службу в белом облачении? А потом Тиверий говорит: да я не верю в такие чудеса, потому что не может вот это белое яйцо стать каким-нибудь другим, да? И в его руках это яйцо превратилось в красное. Так Пасха красная стала для нас яйцо, как символ вот этого чуда воскресения. Поэтому и облачение у нас потом меняется на красное. А некоторые думают, а почему так? А вот это все такие аналогии, вот исторические, современными и духовные символы. Еще раз всех поздравляю с воскресным днем, с Пасхой Христовой, которую мы в сердце своем носим в течение всего года. И да хранит вас Господь, Матерь Божия, Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну а для вашего храма я решил сегодня преподнести в дар вот эту икону Божией Матери, которая называется Всецарица. Вот она нынче очень почитаемая в русском народе. Вот. По причине умножающихся болезней, связанных с различными злокачественными образованиями. Вот. А первый образ, или как бы, скажем, оригинал этого образа хранится в Атапецком монастыре на Афоне. Вот так. Отец Аким, примите, пожалуйста. Надо сказать, что мы все в этом мире тленном подвержены с самого Рождества до смерти различным болезням, которые в конечном итоге, да, приводят к нас к полному разрешению от уз бренного жития. Ну а болезни эти удручают иногда нас, не дают возможности совершать наши дела и служения в полную меру. Поэтому прибегаем за помощью самому Целителю Богу и Пречистой Богородице. Так пусть и у вас будет так. Сердечно благодарим вас, Владыка, за ваше место, что вы посетили нас в этот день. У нас не только что воскресенье сегодня, а как бы юбилейный еще день. 25 лет у нас от возрождения деревни и общины. Вот. Поэтому мы благодарны вам, что Господь положил на ваше сердце посетить нас вместе, совершить молитвы Господу благодарственные за Его милости к нам. Мы только милостью Божией здесь как основались и живем. Не человечеством, потому что время было трудное, а помаленьку как-то и подбирались люди, которые уходили отсюда, не принимая этого образа жизни православного. Другие приходили,
То есть жизнь, она идет. И слава Богу за это. И мы сердечно вам благодарны, Владыка, что вы прибыли к нам и помолились у нас. А я вас поздравляю. Спасибо, Господи. С четвертьвековым юбилеем. Да. Да. Так что незаметно, видите, четверть прошла. А там да. Столетие придет. Дай Бог дожить. Ну, кто-то доживет. Вот. Такие маленькие. Смотрю на них и думаю, вот интересно. Они же, когда доживут-то наши годов-то, да? Сколько времени всего вот, пройдет в их жизни, а потом будут вспоминать. Так. Варламы Назарий. Да, спасибо, Господи, вас. Ну, с праздником, Игнатий Тихонович. Как? Сейчас какая программа у нас? Сейчас мы ко кресту подойдем, так. Сделаем, в общем, снимок. Так. И заходим все туда. Там, значит, немножко это, потом общая трапеза будет. Официальная часть. Да, официальная часть, так скажем. Да. По случаю 25-летия. Ну да. А после трапезы будет концерт, дети приготовили. Небольшой, конечно, но... Ну что ж, Варлаам и Назарий, да? Да. Ну давайте сюда, приходите.